Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту 3 рубля. И что я, друзья, хочу вам сказать. Работают переливы абсолютно без приглашений. Есть переливы. Значит, здесь можно делать регистрации самому под себя. Я сделала под себя еще две регистрации. Это мой основной кабинет, который я продвигаю, где у меня работает рекламка этого проекта, и я приглашаю сюда партнеров. И с основного кабинета я уже заработала всего с 3 рублей. Вход сюда, напоминаю, всего лишь, друзья, 3 рубля, 113 рублей. Я взяла свою реферальную ссылочку, скопировала, вышла из кабинета, зашла в другой браузер и зарегистрировалась по своей реферальной ссылочке. Другая почта, другой логин. Payr этот же я прописала. И что, каково мое удивление, когда я зашла в кабинет себе. Давайте я нажму «Выход». Вот я вышла. Опять нажимаю «Вход». И сейчас я зайду в другой свой аккаунт. Вот он. Раскатываем капчу. Нажимаю «Войти». И каково мое удивление. У меня на балансе 4 рубля. У меня здесь ни одного реферала нет. Мои партнеры. У меня здесь все по нулям. Все, у меня нет здесь ничего. Вот. Ни одного реферала. Вот логин, имейл, уровень. Ничего нету. Ни одного реферала. Давайте Так, подождите. Не туда. Вот, вывести средства. Нажимаю вывести. Поздравляю, успешно выплачено. Идем на Payr кошелек. Перезагружаю. 3.60, пожалуйста, друзья. 8 сентября, перевод выполнен. Payr у нас берет комиссию 3 рубля 60 копеек. Вот они. Выплата для партнера 3 рубля. Вот комментарий. Елена 75. Опять переходим в кабинет. Так, давайте я обновлю страничку. Баланс должен списаться. Баланс по нулям. Доход стал 4 рубля. Опять я нажимаю выход. Нажимаю вход. И теперь в следующий кабинет пойдем. Так, это у меня такая почта. Теперь сейчас не запутаться, главное. Вот такая. Опять захожу. Так, капча. У нас наша любимая. Нажимаю «Войти». И вуаля. Елена 22. Также здесь у меня абсолютно нет рефералов. И это все не так много, конечно, как с приглашениями. Ну что мы хотим? Зато без приглашений. Мои партнеры. Нажимаю. Пожалуйста, вот здесь должны отображаться рефералы, логин, имейл, уровень, регистрация. Все пусто. Также у меня здесь нет ни одного реферала. Да, работают переливы. Вот здесь у меня уже стоит сумма 4 рубля по умолчанию. Нажимаю «Вывести». Успешно. Возвращаемся на Payr. Это мы закрываем. Я перезагружаю страничку. Платит инстантом. Все замечательно. Пожалуйста, 8 сентября. Перевод выполнен. 3.60. Выплата для партнера 3 рубля. Елена 22. Так что, друзья, работают переливы. Кто хочет, можете под себя делать регистрации и быть самим у себя рефералом, как я. Ну, или же приглашать. Тогда, конечно, доход увеличивается в разы. Согласитесь. Это все, что я вам хотела показать. Приглашаю. Не стыдно пригласить уже в проект. Работает, платит. Плавненько все. Движемся. Есть еще
как бы тариф в USD, я в долларах не заходила. Я работаю в рублевом тарифе, как бы. И проектом, конечно, я очень довольна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.